As above, so below is repeatedly symbolized in esoteric art and a variety of symbols, the most basic of which is a triangle pointing upward or above. This is accompanied by a second triangle pointing downward, below. When combined, they form a hexagram, commonly recognized as the Star of David, one of the most dominant symbols in the occult. Removing the base of the triangles, one can see the outline for the square and compass of Freemasonry. Масонские оккультные символы в иллюстрациях, мы находим такую цитату масонского автора Чарльза Ди Бергера. У символов есть два значения – эзотерическое и экзотерическое. Эзотерическое значение – это истинное или изначальное значение, понимаемое меньшинством и пристально им охраняемое. Экзотерическое значение было изобретено или создано через изменение объяснения, предоставляемого большинству.
It is this symbol that must be used during high ceremonial magic or high ceremonial witchcraft when you are summoning up demons to this plane of existence.
Символы как раскрывают, так и скрывают что-то. Вот почему их используют и почему они так важны. Они раскрывают что-то для имеющих глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. И скрывают что-то для тех, кто не видит и не слышит.